Остановка грузовиков сверху вниз. В этой ранней истории Маккуин отделяется от Мака после того, как он делает перерыв на стоянке грузовиков. Произошло, Марк, почему мы остановились? Знаешь, в этом вроде попали метель с мотыльками. Получила скалы, даже не вижу, мне нужно умыться. Ты же понимаешь, что мы сейчас едем со скоростью 0 миль в час, и эти машины проехали мимо нас. Не волнуйся, я вернусь через минутку, ты можешь засечь время. О боже, мне нужна двойная порция дизельного экспрессо. О боже мой, это Пэм Иди как Молния Маккуин. Это и есть Молния Маккуин. Ты действительно он? Да. Я Мия, я Тия. Мы близнецы, ты можешь сказать качал. Вы не видели моего родителя? Большой уродливый парень. Немного не господа, видели. Это Молния Маккуин. Эй, брат, смотри, это гонщик 95. У нас раньше не было. Эй, брат, ты выиграл эту гонку. Вы видели, как я победил? Да, ты ограблен. Они полностью приняли это от тебя подальше. Жены или нет, но они у тебя на протекторе. Великолепно. Хорошо, Пэм. Иди. Ударь меня. Хорошо, Фредди. Это хорошо. Я готов. Я готов. Переполз через финишную черту. Ты заставил меня задохнуться. Самой быстрой тачкой никогда не видел. Эй, у него даже нет фар. Это просто наклейки. Да, малоизвестный факт. Гоночным автомобилям не нужны фары. Сразу всегда освещена. Как и мой брат. Но ему все еще нужны фары. Я вернулся. Я вот чужаков. Готов к работе. Удивительно, что можно делать взрыв кофе. Буду ехать без одного, пока мы не доберемся до Калифорнии. Поехали. Маккуин, тебе нужен свет? Как насчет этого? Это еще ничего. Посмотри сюда. А как насчет вот этого? Мак! 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 Куда ты делся? Мак! Мак! Этот парень классный! Он делает для нас рисунки! Я никогда больше не буду мыть этот тротуар! О нет! Стой, Мак! Стой, Мак! Приезжай к нам еще! Слышишь? Не води машину, как мой брат! Не води машину, как мой брат! Мак! Мак! Запрещается? Запрещается! А-а-а!